У нас тут уже на площади подготовка к празднику Октоберфесту. Да, Настя, ты видишь бы аттракционы. Ой, какие аттракционы? Нет. Ну, Октоберфест по-любому. Ну, кто-то же говорил, что все-таки в сентябре. Прикол. Ну, да. Интересно, с какого числа начало? Будем вам показывать. Шашлык, медпомис, призмаю. 9.50. Попробуем, может, да? А? Попробуем, может? Может быть. Там мы уже идем с курса в магазин сейчас. Потому что дома шаром покати. Зовет меня Настя, говорит, она мне нужна такая штука. Я говорю, что это такое? Она говорит, ну, тележка, чтобы мы продукты перевозили. Говорит, поставила пакет и все. Ну, ты нормальная, Настя? Ну что, некоторые... Какие могут быть тележки? Ты что? Дело предложить. Эконом-вариант. Да, 10 евро эконом-вариант. Что, поставила себе? О, тут ключи. Тоже были всякие ключи. Нет, это недавно завис. В общем, везем... целую реальную что корзинку. Будет распаковка. Угу. Сейчас пойдем домой. Думаю, что можно взять попить. Потому что кола уже надоела очень. Но такое все равно что-то хочется попить. И что ж взять, а? Ой, будем думать. Все, мы дома. В общем, скупились мы на 40 евро. Это на неделю, будем надеяться, потому что, ну, действительно, мясного вообще не хочется есть. Мы купили именно чисто все рыбное. А по цене, честно говоря, ну, мясо выйдет точно так же. Нет никакой разницы. Но рыба это полезнее. Конечно, другая рыба полезнее, но сойдет и это. Но мы взяли ее, потому что она была по скидке, так бы мы ее, да, не брали. Да, конечно. Пишут. Настя... А как это он пил вино и сел за руль? Ну, вот честно, ну какие-то люди вот... С прибабахом, по-другому я не называю таких людей вообще, даже адекватно не хочется их называть. Настя четко на видео говорит, он меня угостил вином. Но, да. Она не сказала, что он пил. И также, если вы не знаете, то вообще, в принципе, в Германии есть какая-то там норма промилле, которые можно пить. За рулем даже. Там что-то очень мало, но я не знаю, но сама суть, он не пил. Я не утверждаю, но я это где-то точно слышала. И в комментариях, кстати, там. Честно, как будто то хочется иногда сказать. Вы у меня еще забыли, наверное, спросить. Несу я трусы, в трусах я пошла или без трусов? Ну, честно, хочется. Так такое, что они уже написали. Это их не вообще не такое. А что этот... Подожди, что ж там писали? Я просто не обращаю на этот бред внимания, что там еще писали. А почему ты его не показываешь? Нет, блин, покажу, ну, да. Вообще, ну, я даже не хочу об этом говорить, поэтому закрывайте уже как бы вот это все. Да. Так, как видите, на столе уже есть такой вот сыр, это Настя любит, пусть она его кушает. Также такие вот листья салата, евро 19. Взяли пока свежие 4 булочки по 19 центов. Здесь повлятся, конечно. Ну, такая, я думаю, последний раз. У меня руки в ручку. Смотрите, да, хорошая ручка. Держи, Настя, это скидка. А, да, я бы не брала, просто тут вес бекон, можно так сказать. 200 грамм, да, за 2 евро. Держи. Помидоры евро 40. Помидоры, хотели обычные взять на развес, а не было. Зеленые. Водичка. Да, как нам написано? Дешевая вода. Ну извините, никакой мне разницы нет, дешевая или дорогая. Да, да. 30% скидка на руку. Ну, в течение недели, наверное, будем еще подкупывать зелень, если пропадет. Да, зелень быстро пропадает. Авокадо. А второе еще. Авокадо по скидке 69 центов в Альди. И перец красный. Для салата. Одна штучка. Хлеб обычный серый 99 центов. Ой, просто разморозились палочки. Палочки по акции 2,79. Да. Также не было лимонов, были только био, поэтому мы решили, я Настя говорю, давай заменим
таким вот лимонным соком, я думаю, что ничем не, это, не хуже, чем да. лимон. Ничего страшного. Также такое масло взяли сезамовое. Оно полезное, в салат его можно запросто хорошо добавлять. А оливковое дорогое, но это тоже дорогое, за 250 миллилитров. Мне интересно понюхать. За 250 миллилитров 3 евро, дорого. А мы брали вот это масло 150 миллилитров. И, кстати, вот это было бы дешевле чуть-чуть. Ну попробуем, оно должно быть хорошее. Сезамовое полезное масло. Второе авокадо, потому что все разобрали, и мы решили. Пишите, отдавать. Кстати, ребята, кто-то добавляет в салаты такое сезамовое масло или нет? Или добавляет оленя льна, салаты такое. Так. Взяли такую одну шоколадку, 79 центов на ность. Акция. Чисто шоколадка на неделю. Макароны. Макароны надолго, на 2 месяца берет и не часто едим. Один раз просто. Настя вообще не любит. Я вообще не люблю. Да. Это для салата. Фета. Фета, да. Ой, вот эту рыбу я люблю, покажи, из брокколи. Вот это мне нравится, покажи поближе. Да, я вот эта рыбка вкусная, ребята. Может, да. кто-то пробовал, вот советуем где-то. Такую она бывает по скидке, поэтому мы вот купили ее. Я не знаю, что за филе рыбы, обычный какой-то, но она вкусная. Да. Хорошая. С брокколи. Там, конечно, кляром, но слышишь, там кляра больше, чем... Да. Мне нравится кляр такой необычный. Так, ну тут это банка твоя на весь. Ну и вот минус 30%, 750 грамм такой рыбки. Вот рыба, 30%, течет, надо скоро ее что-то делать. Она, кстати, Настя, до какого вообще? До завтра. Как до завтра? Вот так. А что делать? Может ее засолить? Ну, я просто хотела порезать как такими вот кусочками. Кусочки? Как, кусочки. Ну, не как стейки, а как, да. И в духовке запечь немножко. Я очень хочу можно. Такой рыбы вообще, я не могу. Можно отрезать. Ой, извините за звук штатива. Вот. И это все 40 евро. Ну, смотрите. И кола еще плюс. Нам должно хватить это хотя бы ну, на дня 4-5. Пусть не на неделю, да? На неделю по-любому, Аня. Ну, не знаю, если рыба пропадает. А, ну если рыба пропадает, то придется мы мясо. Мы думали просто делать салатики с рыбой и немножко запечь. Да. Ну, может, придется запекать все-таки, потому да. что... Ой, запекать, засолить и запечь сейчас. Может быть. Я с интернете поищу что-то. А что ты мне не сказала, что она до этого? А я сама забыла. До завтрашнего? Ну вот, а тут 12.09.16. Настя, она не могла сказать. Я забыла, блин. Ну, так мы, может, и не брали бы ее. Я что, пошла и забыла? Строим, она воняет. И куда ее выкину? 10 евро она... Нет, 10 евро за 750 грамм, это цена шикарная. Нормально рыба, для этой рыбы. Да. Конечно, красная. Ну, это что, ну, видите. Картошка тоже вот эта дорогая, да? Сколько она стоит? Ну, просто захотелось именно такой. Мясо почему не хочу? Я вчера, кстати, наткнулась на 2 ролика, но колу потом расскажу, быстренько сейчас расскажу. Наткнулась я, значит, инстаграме на видео, показывает чувак, как проверить, что мясо напичкано, что его накачивают. Он говорит, берете свинину, замораживаете, и когда вы она, ну, потом вы забираете с морозилки, чтобы она постояла, и вода с нее стекла, и вот эта вода стекает с кровью, вы заливаете кипятком эту воду, и увидите, какой прям химия белая вот этот, я даже не знаю, ну химия конкретно получается, там такой пар конкретный получается. И говорит, ни в коем случае не берите. Поэтому я не хочу никакую ни свинину, ни курицу. Лучше рыбу взять. Вот и все. Я тоже не хочу мяса, вообще не хочу. Что еще хотела сказать? Захотелось такой картошки, ты меня перебила. Это... С укропом. У нас остался укроп. Мы для супа да, брали. Ниже нас. Я да. просто не вижу, что там показывали. И... Да, укропчик будем с картошечкой есть. Приготовим. Маслечко. Будет вкусненько. Может быть, мукбан сделаю. Посмотрим. Так что, ребята, как вы считаете, правильная сумма такая? Ну, все равно вот. Дорого, но я не знаю. Пытались по скидкам, да, все по скидкам. Как бы, ну, макароны не по скидкам. Там большинство случаев все по скидкам. Одна шоколадка несчастная, что да. самая дешевая. Да. Кстати, у них новый дизайн, но обычно у них да. красного цвета, сейчас какой-то новый дизайн. Да. Ну, пишите ваше мнение, я не знаю, честно. Ну, пишите. Дорого.
голос. Что? Многие говорят, делайте первые блюда. Ну, делали суп, 2 дня его ели. Ну, как-то вот нам, мы вот не любим суп. Да, я не люблю суп. И больше уже как-то не хочется. Вообще такое ничего не хочется. Я люблю салатики. Где-то перекусить. Понятно, что где-то хочется перекусить, типа, если ты куда-то бежишь, убегаешь, типа. Либо не хочешь заморачиваться, да? А так, чтобы выготавливать, ну, извините. Яйца надо, надо было, может, ну, взять, тоже жарить. Купили. Ну ладно, варите, в течение недели, я же говорю, может, еще рукколы пойдем докупим. Ну, будем держать вас в курсе, если вам, да, вообще это интересно. Так что все, ребятки, пишите комментарии, ставьте лайк. Как вам нынешние цены в Германии? Да, пишите, как вам эта закупочка. Кто не подписан, подписывайтесь на наш канал. Всех вас любим, целуем, обнимаем. Всем пока. Пока. Хорошего вам настроения. Да.